Денис Барашковський, переможець 5-ї волонтерської премії 2018 «Євромайдан СОС». Невтомний ініціатор та учасник різноманітних соціальних проєктів нашого міста. Доброго ранку, дякуючи, до нас завітали. Доброго ранку. І одразу вітаю вас з перемогою, і дуже приємно, що от Миколаївщину, Миколаїв тепер і чули, і знають про те, що в нас також є люди, які творять добро. Що для вас означає ця премія? Ну, для мене, наверное, ця премія означає внимание ко всему Николаївському волонтерському движению, потому что как бы сама победа вот отдельной личности, ну, ну, победа есть победа, а то, что вот николаевских волонтеров, николаевскую деятельность увидели и поддержали жюри, потому что там довольно-таки, чтобы туда подать, надо написать большое количество деятельности, и там, чтобы пройти. То есть мы там ряд номинированных победителей, да, то есть прославляем нашу область, они говорят, они узнают, мы там не сидим, скажем так, в уголочке, а активно показываем все на территории всей Украины, в Киеве, что мы есть, что мы делаем. И эта победа, по большому счету, всего Николаївського движення, волонтерського, да і общественної діяльності, як такової. У 2014 році ви були одним із засновником волонтерського посту на залізничному вокзалі. Вірно. Пост ми відкрили в 2015 году. В 2015, так? Да, він був третій в Україні. Ми побачили в Фейсбуці, мій друг і також координатор волонтерського поста Саша Левицький побачив в Фейсбуці відкриття Харківського поста. И так, слово за слово, мы взялись за это, поехал в Днепр, как раз Днепр открылся перед нами за месяц. Наташа Хазан, известный днепровский волонтер, мне как бы все объяснила. Мы приехали в Николаев, собрали наш волонтерский круг, распределили между собой, кто что хочет делать там. Одна команда взяли ЖД вокзал, мы взяли автовокзал, и так все закрутилось. Как бы четвертый год существует, я считаю, очень важная волонтерская, патриотическая деятельность, как волонтерские посты. Их по всей Украине 7, и в каждой области разное отношение власти к постам. Где-то очень активно помогают, где-то так себе, но посты должны быть, пока идет война, вы же понимаете. Я так розумію, з цього ви розпочинали свою волонтерську діяльність, а от зараз, ну, взагалі з воєнних таких проєктів? Нет, немножко до этого мы начали, конечно же, помогать 79-ке. Ага. Мы начали собирать вещи, это был 14-й год, то есть год до создания волонтерского поста мы занимались активной, реально военной волонтерской деятельностью. Помогали. Зараз уже социально, так? Да, сейчас более такая социальная, более поддержка, более адаптационная, более психологическая. Ну и опять же, будем давайте с вами смотреть немножко шире. Волонтерство как таковое, оно не замыкается на военной деятельности. И нельзя забывать о том, что происходит вокруг, кроме войны. Мы свою позицию четко придерживаемся, мы помогаем всеми силами, но также мы участвуем в большом количестве проектов, которые помогают, ну, раскрыть глаза обществу, показать, что не надо сидеть и ждать, что вам упадет на, как манна небесная, какой-то арт-объект, или создать какое-то культурное мероприятие, или добиться какой-то спортивной площадки для... Вот, например, как от горошка, так, проект. Верно, это громадский бюджет, это тоже волонтерство, потому что, чтобы стать победителем громадского бюджета, ты должен потратить массу времени, организовать людей. Они должны тебе дать доверие, подписать твою идею. Потом ты должен ходить, выбивать голоса. А самое главное, потом еще нужно реализовывать проект. Как оказалось, это намного больше времени занимает. Проконтролировать подрядчика вовремя, чтобы все было сделано, без изменений в проекте, чтобы это было сделано так, как надо этим жителям, которые голосовали за проект. Слідкую за вашими постами в інтернеті і дивлюсь, що ви вже на цей проект ходите як на роботу. Постійно коти горошко, так, постійно контролюєте, щоб все зробили, щоб це було. Я можу об'яснити, я повністю з вами согласен. Это большой плюс нашего проекта. Громадский бюджет на самом деле вскрыл коробку проблем, связанных с подрядчиками, с исполнителями. Там очень много темных и коррупционных схем. Mm-hmm. Как бы вот наш публичный, прозрачный проект, он привлек очень много к себе внимания и показал, что можно делать в принципе за небольшие деньги крутые вещи. Мы этот проект делаем за 796 тысяч его стоимость, а мне открытую, в открытую говорят, скажем так, условно подрядчики, что такие проекты в ЖКХ раньше делались бы за 3 миллиона, понимаете, в темную. То есть там можно зарыть было эти деньги, мы эти возможности не дали, поэтому я каждый день прихожу на
свою площадку і можу проанонсувати 19 декабря на День Святого Миколая. Ну, нарешті, відкриття не вже. Да, да, в 10 утра відкриття спортивної площадки. Зараз завезли, вже закупили всі спортивні тренажери, і от з наступної тижня активно буде йти установка. Благо, 10 днів тепла погода. Які проєкти для вас є найголовнішими? Ну, окрім категорожка. Мабуть, були ж різні проекти, подарують лавку в місті, так? Вірно. Ми в тому році, ми дуже класний проект. Це один із таких проб опера, як об'єднати людей. Ведь на самом деле, вот, условно говоря, богатий человек, тот, у которого є деньги, може взяти себе что-то сделать и подарить городу, да? На примере там причала номер 8. Класна штука, человек никого не объединял, он сам за свои деньги облагородил территорию, сделал ее доступной, сделал ее ультрасовременной и интересной, и наполняет арт-объектами и облагораживает территорию. А мы же постарались объединить людей, привлечь к этому, и как раз лавка «Подарую лавку Мисту» – это классный проект, где каждый человек или компания могли купить скамейку, в определенном месте, вот на Тимводе, там как раз пустая была территория, mm-hmm. из соляных к горсовету, по пешком идти там не было ни одной скамейки. Мы высчитали 2 километра, нет ни одной скамейки. Мы нашли ровно посередине площадочку, назвали ее аллея автомобилистов, там как раз была такая классная территория. И 8 лавочек горожане скинулись, каждая компания, каждый человек лично. Там еще урночки, там цветы Ирина Скворцова привезла. И мы это так все классно сделали. На самом деле, условно говоря, бесплатно городу передали на только на взять на баланс, надо центральному району, mm-hmm. не забываем об этом, территорию облагороженную, интересную, освещенную, и на ней все, на этом парке, в этом маленькой, на этой маленькой аллее все время сейчас сидят и отдыхают люди. Раньше этой возможности у них не было. Вообще потрібно, значит, было. Конечно. Я знаю, що ви часто до взагалі спільної діяльності залучаєте дітей своїх. Верно. Для меня это принципиально, и я считаю, что ну, начинать надо со своей семьи, со своих близких, как бы, и они являются нашими, мы являемся их проводниками, и для них мы как являемся примером. То есть глупо вообще чем-то заниматься, лукавля перед вами, а внутри или дома быть совсем другим человеком. Мы здесь с вами и внутри со своей семьей мы не меняемся. То есть как бы я объясняю своим примером детям, хотите что-то делать, чтобы у вас что-то было лучше, будьте такими, старайтесь, делайте сами. И самое главное, не перекладывайте ответственность ни на кого. Все будет зависеть от них. А що для вас взагалі є волонтерська діяльність? Це як хобі чи як професія? Чи покликання, можливо? Це, звісно ж, не професія, тому що треба працювати. І у мене 3 роботи. Надо зарабатывать деньги. Вот. Волонтерство – это действительно, наверное, покликання. Это я воспринимаю все-таки как общественную деятельность на благо окружению и близким. Ведь я не могу повлиять на то, что происходит в Киеве, но мы стараемся, чтобы там, где мы находимся, знаете, чтобы росли цветы. Знаете, как в сказке идет фея, снег растает. Ну, может быть, утрированное сравнение, но тем не менее, мы начинаем то, что хотим не кидать камни в кого-то, а просто быть открытыми, порядочными, честными людьми, и потихонечку жизнь будет меняться вокруг нас. На самом деле, то, как мы живем, к нам же так будет и возвращаться. Я знаю, що незабаром, от ми вже знаємо, що проанонсували відкриття Котигорошку, а ось незабаром відбудеться ще один проект, так? Хоробрі серця. Да, это действительно это волонтерство, это очень большой проект, уже 3-летний. Мы 8 декабря приглашаем всех горожан прийти в плавбасейн Соляные трудовые резервы. Мы там проводим уже 3-й раз. Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, называется он «Хоробрые сердца памяти Петра Борошковского». Это моего брата, он занимался борьбой. И в честь всего мы проводим очень классный турнир. По нашей информации уже министр молодежи и спорта Жданов собирается приехать на турнир. Удивительно, но проходит масса спортивных мероприятий, но именно на этот турнир очень много заявок подают дети с разных тренера и команды с разных областей. И в первый год у нас было
5 областей присутствовало. Вот в 2017 году у нас уже было 8 областей и город Киев. 310 детей приехало. Такого никогда не было в трудовых резервах со времен независимости. Вот тренера, которым по 60 лет, просто говорили, ну, это очень круто. Трудовые резервы не вмещают такого количества детей. Так, я же уявляю себе. А в цьому році, мабуть, буде ще більше? Ну, мы верим, потому что уже две страны сказали, что могут приехать наши соседние на турнир, и тогда уже автоматически турнир у нас становится международный. Вы понимаете, а вот это обычная идея, хорошая, в память о добром, хорошем человеке и моем брате, реально волонтерский общественный проект, и самое главное, мы залучили огромное количество партнеров для того, чтобы каждая фирма, там вот есть хорошие компании Амина, Лакталис, Первый хлебзавод, Чистая вода, и все это будет сформировано, их внимание будет уделено в подарки для детей. Можете себе представить, когда дети уезжают в фирменных футболках с большими медалями, с кучей подарков, с календарями, которые будут всем розданы. Можете себе представить, какое у них будет настроение, состояние и память о городе Николаеве. А ми як інформаційні спонсори будемо висвітлювати цю подію, і також буде і відео, загадка якась. Це буде обов'язково, і ми чекаємо вас на турнірі, і будемо ще об цьому, я сподіваюся, розказувати. Так, дякую вам, і взагалі дякую вам за всю ту добру справу, яку ви робите, за те, що ви надихаєте людей, за те, що вони з кожним разом дуже приємно спостерігати за вашими постами, тому що кожного разу все більше і більше людей долучається, все більше і більше людей розуміє, наскільки це потрібно, наскільки потрібно робити наше місто кращим, і що все починається з нас. Повністю згоден. Можливо, не всі одразу долучаються, але ж все ж таки, якщо навіть одна людина, дві, три прийде на кожний захід, то це вже є перемога. Повністю согласен з вами. Ще раз вам дуже-дуже дякую. І нагадую нашим глядачам, що в нашій студії був волонтер Денис Барашковський. А також нагадуємо, що незабаром буде в нас третій всеукраїнський турнір «Хоробрі серця».